Знакомьтесь, Карачаево-Черкесия. История нашей республики в фотографиях выдающихся людей и старинных усадеб. Все это можно увидеть в Черкесске на улице Первомайской, где расположилась выставка, посвященная столетию республики. Выставку посмотрел Карчабиджиев. Карачаево-Черкесии есть множество замечательных памятников. Богат этот край не только красотой своей природы, но и людьми, которые создавали историю нашей Родины. И сейчас это богатая история республики в фотографиях. На выставке собраны колоритные снимки, рассказывающие об истории региона, о людях, героях и тружениках, которые своим мужеством, трудолюбием, преданностью своему делу и своей земле писали славные страницы истории той Карачаево-Черкесии, которой республика является сегодня. Довольна вот этой выставкой, которую выставили сейчас. Ознакомьтесь, Карачаево-Черкесия, добро пожаловать в нее. Очень интересно. Здесь много показано о жизни в нашей республике достойных, знаменитых людей, о которых мы, может, и не знали, но благодаря этой выставке мы узнали, чем они занимались. В рамках выставки гости и жители республики могут ознакомиться с работами талантливых фотографов и узнать для себя что-то новое, а могут лицезреть фотографии своих дедушек и бабушек, которые были у истоков создания Карачаево-Черкесии. Сразу, конечно, бросился в глаза наш любимый дедушка. Вот, а затем увидели его знакомых, которые с ним работали, вот, которые к нам уже дедушки не стало, а они еще приходили к нам в гости. Поэтому, конечно, нам интересно еще раз посмотреть на них, вспомнить их немножечко трудовой подвиг. Вот, ну и тем самым как бы создать какую-то себе радость в душе. С теплыми искренними пожеланиями в адрес нашей Родины обращаются жители республики, которые хотят для нее процветания. Поздравляю всех жителей республики с этой знаменательной датой. И что пожелать? Будущего процветания, интересных дел, начинаний. У нас прекрасная республика, прекрасный край. Я ее очень-очень люблю. Я желаю ей процветания, самое главное, мира. И без прошлого нет будущего. Историю надо помнить. Поэтому, чтобы все знали нашу историю, историю нашей родной Карачаево-Черкесии. В экспозицию вошли 159 фотографий, благодаря которым жители, а также гости республики больше узнают об удивительном и прекрасном крае Карачаево-Черкесии. Карчабиджиев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия.